Катастрофой это, конечно, не назовешь, хотя для владельцев помещений, уничтоженных огнем, сегодняшний пожар в Усть-Куте неприятно серьезная. Загорелось здание водного вокзала. Огонь удалось потушить за час. Повреждено около 200 квадратных метров. Это арендованные офисы. Причины устанавливаются, в числе версий, неисправность электропроводки. А вот им до электропроводки еще далеко. Десятки домовладельцев в поселке Урик уже почти год ждут подключения к энергосистеме. И ждать еще минимум 6 месяцев. Почему? С калькулятором в руках в вопросе разбирался Давид Азизов. Мечты Анастасии о загородном доме реализуются только сейчас, хотя участок в поселке Урик семья купила почти год назад. Продавец места хвалил: тихие соседи, хорошая дорога, 20 минут от города. Чтобы подключить электричество, достаточно всего лишь написать заявление в электросетевую компанию. Ну, поехали, и нам сказали, через полгода только будут устанавливать нам свет проводить. Ну, полгода прошло, я, соответственно, стала звонить. Сейчас электричество к новоселам идет по так называемой временной линии. Таких домовладельцев в поселке человек 10. Остальные усадьбы вообще без света. Постоянную ЛЭП к новостройкам протянут не скоро. Как оказалось, застройщик при проектировании земельных участков не разработал проект планировки и проект межевания на жилую застройку. И дело не только в документах как таковых. Проблема в том, что они требуют множества согласований. Для оформления земельного участка и получения разрешения необходимо определение места размещения объекта – 30 дней, согласование службы охраны объектов архитектурного наследия – 35 дней, разработки проектов электролиний – 45 дней, их утверждение после проведения публичных слушаний – 50 дней, оформление земельных участков – 60 дней, прохождение экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы – 4 месяца, получение разрешения на строительство – 15 дней, итого 355 дней. Закон не указывает точно, кто должен собирать эти документы. Застройщики, как правило, этим не занимаются. Сразу подают заявку на подсоединение. А вот что точно закон запрещает электросетевым компаниям, так это отказывать в подключении. Поэтому зачастую энергетикам приходится начинать весь сбор документов с нуля. Оставалось бы только разработать проект на электрические сети и выполнить непосредственно само строительство, на что потребовалось бы 4-6 месяцев. И жителям не приходилось бы ждать, как сейчас, от года до 2 лет, именно из-за того, что длительная процедура по оформлению земельных участков. Да и строительство легким не будет. Жилой поселок распланирован так, что энергетикам просто негде установить постоянную ЛЭП. Столбы окажутся либо на частном подворье, либо посередине дороги. Ширина данной улицы 8 метров. Вдоль заборов уже сделаны водоотводные канавы. То есть опору мы должны будем поставить в отсыпанное полотно. Это расстояние должно быть выдержано 2 метра от границы земельного участка. Соответственно, опора встанет в полотно. Также не предусмотрено место под установки КТП, которые должны быть 7 на 7. Следовательно, КТП нам просто поставить будет некуда. КТП или понижающий трансформатор, подающий электричество от ЛЭП потребителю, обслуживает примерно 20 домов. В этом поселке такое придется ставить на каждые две улицы. Тут те же варианты: или дорога, или чей-то огород. Вот только согласится ли хозяин участка в 4 сотки, а таких здесь большинство, выделить под трансформатор почти 50 квадратов – большой вопрос. Так что энергетики советуют перед покупкой загородного участка все же поинтересоваться, готов ли он к подключению, и не стесняться проверить документы. Давид Азизов, Марина Минченко, новости по будням.